На улице Иркутской, рядом с колл-центром Сбербанка, стоят вот две машины, легковушки. Ну, видимо, они шарканулись. Вот, потому что стоят они уже часов с 11 здесь. Вот, не разъезжаются, обе мигают аварийкой. И стоит впереди вон красной машины аварийный знак. Вот, ну, между ними просвет очень маленький, дорожный. И с трудом, я думаю, там протиснется какая-то легковушка. Во всяком случае, все, кто заезжают на улицу Иркутской со стороны улицы Куйбышева, либо со стороны Богдана Хмельницкого, или вот тут с поворота от колл-центра, потом сдают задом назад и выезжают с другой стороны. Поэтому всем, кому нужно попасть на улицу Иркутской, ну, советую с улицы Куйбышева. Вы, если заедете, то вот у колл-центра проехать вы не сможете. Ну и аналогично также с обратной стороны, это с Богдана Хмельницкого. Либо кто вот по Звездово заезжает вокруг колл-центра, объезжает, то на Иркутскую попав, вы тут встретите такое препятствие на своем пути. Сейчас вот уже 3 часа дня, они до сих пор еще стоят. И сколько они тут простоят, неизвестно.